Майкл Бьюри недавно продал акции на сумму 50 миллионов долларов. Это тот самый инвестор, который предвидел крах рынка жилья в 2008 и последовавший за ним глобальный финансовый кризис. В 2008 году он сумел это предвидеть и поэтому заработал миллионы долларов. Спустя 16 лет в 2024 Майкл Бьюри начинает активную распродажу, избавляясь от некоторых из своих крупнейших активов. Своими действиями Майкл предупреждает о довольно зловещих перспективах для глобальной экономики. Вместо проданных позиций он начинает набирать новые, но уже совсем в другом месте. По его сделкам мы видим не только значительный сдвиг в том, каким Бюре видит будущее мировых финансов, но и то, в каких активах он собирается его переждать. Он видит ключевые риски с точки зрения инвестиций и экономики, а также видит какие активы будут расти. Об этом я расскажу в этом видео. Прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк like Передал? Большое спасибо. Итак, тремя из его основных продаж были акции компаний Amazon, Alphabet и Oracle. Эти три компании составляли около 15% его портфеля в 2023 году. И эти компании показали очень хорошие результаты с тех пор, показав рост от 70 до 120%. Это классические американские технологические компании с большой капитализацией, которые демонстрировали отличную динамику цены за последний год. На самом деле они настолько сильно выросли, что достигли самой высокой своей стоимости за последние 20 лет. Акции крупных технологических компаний не были такими дорогими с 2000 года, периода известного как пузырь доткомов. Этот пузырь лопнул в начале 2000-х, что привело тогда к огромным потерям для инвесторов, владевших акциями дотком компаний. Такая сверхперегретость рынка сегодня может быть причиной того, что Майкл Бьюри решил продать акции крупнейших технологических компаний. Коэффициент PE, отображающий соотношение цена-прибыль для акций американских технологических компаний, сейчас составляет 30 пунктов. Это означает, что инвесторы платят 30 долларов за каждый доллар, который зарабатывают эти компании. Для сравнения, средний коэффициент PE для акций сегодня составляет около 15. Таким образом, инвесторы платят в два раза больше за то, чтобы держать акции технокомпаний акции технологических компаний, которые продает Майкл Бьюри, тоже значительно выросли в цене. Коэффициент PE для компании Oracle вырос с 25 до 38. Коэффициент PE Alphabet вырос с 19 до 28. Они превратились из разумных вложений в откровенно дорогие. Так что, хоть Бьюри и не стал откровенным пессимистом по отношению к американским крупным технокомпаниям, он наверняка посчитал, что сейчас они слишком дорогие по сравнению с другими компаниями, чьи акции он может купить. Но куда он переводит капитал, где он пытается его сохранить? Мы видим, что Майкл Бюри в 2024 году устроил абсолютно неудержимую покупку китайских технологических акций. Он значительно увеличил свои вложения в акции jd.com, alibaba group и baidu.inc. В общей сложности сейчас он владеет акциями китайских технологических компаний на сумму около 23 миллионов долларов. И главной причиной такого сдвига может быть то, насколько дешевые эти акции по отношению к американским. Вот график, который показывает именно это. Китайские акции находятся на одном из самых дешевых уровней по отношению к американским. За более чем 15 лет в китайских акциях накопилась огромная куча пессимизма, что и отражается на том, что они настолько дешевле американских коллег. Бьюри делает ставку на то, что ситуация может измениться, и если он окажется прав, это может привести к значительному перевесу китайских акций по сравнению с американскими. Мы видели предвестники этого в 2016-18 и 2020-2022. Хотя тогда это были очень короткие периоды. Чтобы ставка Бьюри в ближайшем времени оправдалась, китайские компании должны начать зарабатывать больше денег. На этом графике показаны доходы китайских компаний, и вы видите, что с 2018 года они неуклонно снижаются. Таким образом, китайские акции разочаровывают инвесторов уже 6 лет подряд. Неудивительно, что сегодня эти компании стоят дешевле, чем в начале 2000-х, когда их доходы росли чрезвычайно быстрыми темпами. Поэтому для того, чтобы китайские акции стали дороже сегодня, необходимо, чтобы их прибыли снова начали расти. Майкл Бьюри считает, что это вполне правдоподобный сценарий в ближайшем будущем. Это китайский ETF MC. Здесь мы видим пересечение скользящих. На самом деле бычий сигнал. В идеале нужно, чтобы этот ETF закрепился выше своих ключевых скользящих. Это позволит ему перейти в восходящий тренд в ближайшее время. Если китайские акции снова пойдут вниз, эта ситуация может быть похожа на то, что мы видели здесь в 2023 году. Но Майкл Бьюри не просто купил китайские акции, он сделал еще одно важное дополнение к своему портфелю, которое о многом нам говорит. Оно говорит нам о том, насколько пессимистично он смотрит на экономику Соединенных Штатов Америки. Около 7% его портфеля сегодня составляет инструмент под названием Spot Physical Gold Trust, то есть спотовый золотой ETF. Золото известно как актив убежище. Оно сохраняет или даже увеличивает свою стоимость во время экономической неопределенности и волатильности рынка. И если мы посмотрим на последние 100 лет динамики цен на золото, то мы увидим 4 ключевых периода, когда цена на золото действительно росла. И все они сопровождались финансовым армагеддоном. 1930 в 1930-х, в 1970-х, в начале 2000-х и в 2020-м. Все эти периоды представляют собой ключевые моменты для мировой экономики, когда она переживала значительное потрясение. В 1930-х случилась Великая депрессия, один из худших финансовых кризисов в истории. Банки потерпели крах, а безработица резко выросла. В результате цены на золото в этот период удвоились. 1970 е годы мировая экономика столкнулась с чрезвычайно высоким уровнем инфляции. В этот период наблюдался нефтяной кризис, многочисленные рецессии и рост процентных ставок. Это очень сложный экономический период, и он стал очень удачным моментом для покупки золота, цены на которое в тот период выросли в 15 раз. В начале 2000-х годов лопнул технологический пузырь. Пузырь на рынке жилья. На рынке доткомов После чего наступил мировой финансовый кризис и европейский долговой кризис. Кстати, сейчас говорят про американский долговой кризис. Такая вот аналогия. Все эти последовательные события вызвали тогда огромную обеспокоенность относительно стабильности финансовой системы. Сейчас мы тоже сомневаемся насчет стабильности современной финансовой системы, не так ли? И тогда в 2000-х это все спровоцировало семикратный рост цен на золото. Последний эпизод произошел в 2020 году, и, конечно, мы знаем, что тогда пандемия COVID-19 немедленно спровоцировала глобальный экономический кризис. Так что, если Майкл Бьюри сегодня увеличивает свои вложения в золото, это, скорее всего, не означает, что он оптимистично настроен в плане экономической перспективы в ближайшее время. И, кстати, на его месте я бы обязательно посмотрел бы и в сторону спотовых биткоин-ETF. Такого инструмента в прошлых случаях, которые мы только что обсудили, не было. Биткоин уже себя зарекомендовал как такой же актив убежище, как и золото. Кроме этого, об этом говорил и Ларри Финк. Он тоже видит в биткоине такое убежище. Итак, Майкл Бьюри выразил свою озабоченность уязвимостью экономики, высказал беспокойство по поводу инфляции, ставит на крах американских техноакций, ставит на бум китайских техноакций и покупает золото. В этот список я бы добавил только биткоин. И я, кстати говоря, разделяю оптимизм Майкла Бюри в отношении золота. Золото пробило ключевой уровень и закрепилось выше него. Это ключевое долгосрочное сопротивление наконец было пробито. Ключевые скользящие средние тоже направлены вверх и уже превратились в уровни поддержки, что говорит о том, что золото находится в очень сильном восходящем тренде, похожем на эти периоды вот здесь. Биткоин может повторить это движение вслед за золотом, ведь если их сопоставить, то биткоин все еще находится вот здесь. Он как бы отстает от золота. Кроме того, недавно я видел очень интересную новость о том, что Индия сокращает налоги на импорт золота. То есть Индия жертвует краткосрочными выгодами ради долгосрочного спокойствия. Это тоже о чем-то да и говорит. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.